что завершился второй тур, второй раунд переговоров между российской и украинской стороной. К сожалению, к огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. И, соответственно, мы договорились продолжить работу уже в третьем раунде в максимально ближайшие сроки. О совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев, с возможностью, подчеркиваю, с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. То есть не везде, а только в тех местах, где будут находиться, собственно, сами гуманитарные коридоры, возможно будет прекращение огня на время проведения эвакуации. По этому стороны представители Министерства обороны Российской Федерации и Министерства обороны Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс. The biggest stories, the moment they happen from around the globe. Subscribe to Bloomberg Quick Take now for insight in an instant.